Совсем скоро в стенах этого здания зазвучат детские голоса, а по коридорам будут бегать дошколята. На улице Интернациональная 50 продолжается строительство детского сада. Он рассчитан на 300 малышей. Первый этаж сада займут 6 групп, музыкальные, спортивные залы и медпункт. На втором разместятся еще 8 групп. А все технические, административные и служебные помещения, в том числе прачечную и пищеблок, планируют оборудовать в цокольном этаже. Помимо этого, в новом садике будет современная пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Закончим фасад, окна, двери, входа все. Закончим наружные сети, вода, канализация, тепло, электрика. Закроем периметр садика, значит, забор, ограждение имеется в виду. Заложим коммуникации под освещение. В общем, определенный набор работ, который позволит в дальнейшем в зиму продолжить работы. Здание, где разместят детский сад, построили более 50 лет назад. И чтобы в нем было комфортно детям, строителям пришлось реконструировать помещение. Они расширили лестничные клетки и комнаты, в которых будут играть ребята. Сейчас около будущего садика уже готовы площадки для игр, сделана дорога и газон. В здании устанавливают новые окна и доделывают внутренние перегородки. Строительство ведется по программе главы Владивостока Игоря Пушкарева по расширению дошкольных учреждений. За последнее время построили 24 детских садика. Одни возвели с нуля, другие реконструировали. Новые сады появились как на центральных улицах, так и в спальных районах города. Например, в Снеговой Паде, на улицах Сахалинской, Некрасовской, Русской, Магнитогорской и многих других. Ирина Мокрицова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.